Видео обзор на перфоратор Bosch. Шильдик. Год вроде не указан. 20-й. А, 20-й год. Внешнее состояние корпуса. Хорошее, слегка потертый. Какое-то оплавление корпуса. Переключить сначала на первый. Первую скорость. Так, сначала режим. Режим кручения и молоток. Проверка просто молотка. Скорость вторую включим. Работает превосходно. Без каких-либо косяков. В комплекте кейс. В кейсе ничего. Кейс родной Бошевский.